Всем привет! И сегодня мы будем вместе с Маечкой рисовать. Покажем, как мы умеем рисовать красивенько. Маечка, что ты будешь рисовать сегодня? Маму. Маму? А папу нарисуешь? Да. Хорошо. И Маечку еще. А еще кого-нибудь, кисю нашу, да? Я не могу, кисю я. А, для этого нам понадобится, что нам понадобится, Маюш? Карандашики. Карандашики? Это что у мамочки? Глазки. А реснички у мамочки есть? Да. Так ты два глазика нарисуй мамочке. Чуть-чуть. Второй глазик нарисуй. Вот это мамочка. А покажи, что у нашей мамочки появилось. А? Бровки. Бровки. Где, покажи, вот это что, зубки, что ли, у мамочки? Да. А где у мамочки зубки, покажи. Вот они. Да ты сама придумала так нарисовать? Умничка. И кого ты сейчас рисуешь? Папу. А чё папочка такой маленький? Это у папы волосики? Это что ты дорисовала? Носик. Носики. Ручки. Ручки. Вот так вот, детки, надо рисовать. Видите, правильно должны быть глазки. Покажи, где глазки у мамы? Вот они. Бровки. Покажи, где у мамы бровки. Ротик. Ротик должен быть с зубками обязательно. Вот такой вот. И папа, и мальчик. Вот потом должен быть папочка маленький, худенький, красивенький. Маечка хорошая, детка, красивенькая. А покажи, где ручки, где ножки должны быть. Ничего. Ножки там будет. Маечка, еще, наверное, надо нарисовать солнышко. Бери желтенький фломастер. Да. Вот такое вот солнышко должно быть у вас. Пойду мамочке покажу. Да, все, мы уже все. И зуба печать. Ага. Подписала? И что ты написала, как тебя зовут? Маечка, Гена, Тюшкана. Все, правильно, Гарри. Всем привет, всем пока. Всем привет, всем пока. Подписывайтесь на меня. Подписывайтесь на меня. Ну, папа. Ну, поцелуй. Сейчас я тебя открою.